Зал в спорткомплексе «Локомотив» узловой сегодня открылся. После ремонта в помещении провели косметический ремонт. Старый пол заменили на профессиональное покрытие, утеплили стены, заменили систему освещения. Общая стоимость работ – 1 100 000 рублей. На 3 с лишним миллиона закупили тренажеров. Теперь это лучший спортзал района. Сегодня его осмотрел губернатор. Напомним, ремонт тренажерного зала провели по поручению Алексея Дюмина. В ноябре прошлого года губернатор приезжал в спорткомплекс, и жители попросили в первую очередь привести в порядок именно тренажерный зал. Он пользуется большой популярностью у горожан, но условия оставляли желать лучшего. Бывший владелец здания, компания РЖД, не выделяла на содержание спортобъекта должных средств. Объект даже хотели закрыть, но при содействии руководителя региона его удалось перевести в областную собственность. Предстоит еще отремонтировать чашу бассейна, заменить систему очистки воды, обновить фасад здания. Будет сделана смета. Я надеюсь, что к концу года мы ее уже, эту смету, утвердим во всех наших инстанциях. И будем закладывать на 2018 год в бюджете Тульской области в программе развития физкультуры и спорта денежные средства на капитальный ремонт данного здания. Потому что в 2017 году надо найти в любом случае источник финансирования для косметического легкого ремонта для поддержания данного комплекса в надлежащем виде.